Так, ну что, попробую запрограммировать купленный с Алика вот такой вот брелочек Starline A9 или A8 Dweg. Для этого вставляем ключик Чпонкс, зажигание. Открываем вот эту штуку, ломаем все нафиг, находим вот здесь вот, как прекрасно видно, кнопочку, короче, а она тут должна быть, вот она, вот здесь вот, нажимаем ее на 4 секунды, раз, два, три, четыре, и потом зажимаем вот эти две кнопки, вот здесь, оп. Есть контакт и нет контакта.